Здравствуй. Всем приветики, приветики. Итак, это Оленька Шу, я Сашенька Ро. Мы находимся в Метрополисе, приехали специально для вас на шопинг-разведку. Вас ждет сегодня шопинг-влог. Плана пока у нас нет, но о том, куда мы в этом шопинг-влоге пойдем, вы наверняка уже из названия узнали, а мы об этом еще на данный момент не знаем. Надо подписываться, комментировать, ставить лайки, потому что без этого никуда. Вот уже прямо сейчас комментируйте, подписывайтесь. Ну и перед тем, как мы в пучину шопинга ринемся, боже, у меня сегодня словообороты такие удивительные, перед тем, как мы в пучину шопинга ринемся, мы расскажем, что мы одеты. Давай. Оленька, с тебя начнем. Давай, в чем ты? Так, по традиции снизу. По традиции снизу. Так, это культовые мартинсы, им 20 лет. Это высоченные, которые... Да, они высоченные, и они английские. Вот, далее, это юбка лайм. Кстати, в мартинсах в этих я еще с королем Штом тусила. Вау. Да, я их отреставрировала, вот такие. Они теперь более-менее приличном виде. Вот такая олимпийка Adidas. Сейчас очень модная. Да, между прочим, подписывайтесь на наши ТГ-каналы, и на Оленькин, и на мой. Вот здесь и здесь увидите ссылочки, потому что там много полезной информации. Не только о нашей жизни, но еще и о трендах, всяких интересных фишечках. Разные украшения. Тут Poison Drop Lab, Robert Mart. Что тут еще? Тут, по-моему, Chanel. А тут тоже Poison Drop. Так, вот здесь вот висит платок. В свое время Демна Гвасали для своей коллекции использовал именно этот принт Павла Пасадского. Давай покажем платка. Его скорее, смотрите. Этот принт называется «Славянка», и там было вот такое платье, вот так пришито. То есть вы можете купить два платка, сшить их просто как под одеяльник и носить как платье. Вот. И сумка из рандеву – это Moschino. Вот. А теперь ко мне переходим. Во что одет и обут я. Начнем тоже снизу. На мне вот такие гремящие ботинки с белыми носками. Это Martin Rose. Джинсы на мне Balenciaga. Да вообще все на мне сегодня Balenciaga. Лонгслив вот такой черный Balenciaga. И мой новый пиджак-смокинг из подиумной коллекции Balenciaga этого года. Если вы присмотритесь, то увидите, что пиджак сшит как будто бы из брючин. То есть вот по низу здесь, видите, брюки идут вот так вот, да. Здесь вот тоже, видите, как будто бы ширинка. Да. Прикольно. И сумочка твоя великолепная. Да, и вот великолепная сумочка моя, Hermes Pochette называется. Это форма, кастомизированная серебряными клепками. Все рассказали, напоминаю, еще раз комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Это шопинг-влог Рогов Лайф. С вами я, Александр Рогов, ваш любимый влогер, блогер, человечек, ведущий модного приговора, теперь еще и ведущий шоу на СТС. Мы начинаем шопить. Все, давайте. Итак, Шу меня притащила к своему любимому магазину, это Ювона. Частенько Оленька вещи от Ювона носит. И мы с вами пришли на третий этаж Метрополиса, где новый магазин, расширенный магазин Ювона находится в новом концепте. Там я еще, честно признаюсь, не был. Пойдемте смотреть. Пойдем, такой большой. Да? Очень большой магазин, здрасте. Так, давайте оценим манекен группу. Ну, конечно, Ювона славится своими джинсами моднейшими. Красиво. И да, вот эти классные, драные, такие пожившие джинсы, так сказать, Very Balenciaga, можно приобрести в Ювона. Это был сейчас комплимент, кстати. Очень симпатичные. Сколько стоит? Давай посмотрим. Вот они здесь как раз-таки висят. Вот эти джинсы драные, покоцанные, стоят 15 990 рублей. И если мы сравним качество, вот на мне Balenciaga практически такого же фасона, мои джинсы стоят около сотни. Ну, вы понимаете, можем за 15 тысяч рублей купить классные широкие джинсы, вот такие заношенные, задрипанные. И все это, опять-таки, комплименты за гораздо более низкую цену. Рекомендую. Классный, да, низкий ходовой шов. Их можно и на талию поднять, а можно носить на бедрах. Короче, на размерчик больше берите. Какой топ, смотри, интересный, Саш. А из чего это все? Это какая-то пластичная ткань. Я думаю, что это вискоза. Топ на одно плечо. И смотрите, что здорово. Вот эти детали можно просто оставлять в роспуск, чтобы они создавали классное движение. А можно как-то драпировать, видимо, завязывать как бант. Можно спереди, можно на спинке. И этот топ стоит 7550 рублей. За что я люблю Ювону? Это идеальный баланс качества и цены. Во! Ну, наверное, прям signature piece бренда. Это жакеты или пальто вот с такими прорезями на локтях. Вот, собственно, жакет, вот пальто.
Мне нравится, это достаточно затейливо выглядит, плюс можно еще и через эти отверстия, соответственно, руки свои вытаскивать и всем свои браслеты демонстрировать и украшения. И вот это пальто стоит 19 950 рублей, и я хочу понять, что здесь за состав. Оленька у нас идеально составы умеет находить. Давай. Сейчас состав найдем. Полазим. Вот здесь состав. Такой да. скромный. Да. Сделано да. в России. Что важно? 80% шерсть, 12% вискоза и 8% полиэфир. Понимаете? Да, супер. Шерсть. И тренд сезона, всевозможные цветочки, розочки, все это до сих пор актуально. Готовимся уже с вами к весне. И вот такой трикотажный топ пластичный можно найти в Юоне с тканевыми розами. Цена? Да. Цена 5950 рублей. А жакет 13550, если что. Так. Ой, смотри, какая штучка классная. Немножко трамплю. Маржела, да? Да, или немножко маржела. Я обожаю состаренные, покоцанные вещи. И Юоне, например, такие кардиганы, свитеры, джемпера удаются. А этот кардиган стоит 13950 рублей. И мне нравится вот это нанесение краски. Угу. Да? И он из хлопка, смотрите. Что классно. На ощупь приятно. Единственное, uh-huh. вы должны понимать, что из-за того, что это принт и это краска, это не просто хлопчатобумажный кардиган. Он имеет, конечно же, текстуру такую чуть-чуть матовую, шершавую. Но я думаю, что с ноской все это будет сходить. Может, даже разочек постирать. Ну да, но это снаружи, а внутри он мягкий. Не, внутри классный, все супер. Да. Внутри все супер. Еще больше здесь есть рванины и дранины. И знаете, что важно? Вот эта дранина, она с изнанки закрыта. То есть, смотрите. Эти джинсы можно носить даже, когда на улице холодно, то есть вас не продует. Видите, вот я руку интегрирую внутрь, но руку вы мою не видите. И вот эти джинсы драные стоят 22 950 рублей, и тоже рекомендую брать побольше, чтобы они прям валандались. И можно будет носить либо с каблуком, либо с кедами или кроссовками с широкой подошвой. Вот еще классный вариант, на самом деле, джинсов. Вот эти топ. Такие джинсы-юбка даже в какой-то да. степени. И лучше брать побольше, чтобы на бедрах. Вообще, да, супер. Или носить как Лоэва, вот с этими супер завышенными, да? Ну, тогда нужен рост поменьше. Тогда нужно рост поменьше. Так, продолжаем. Рубашки в мужском стиле здесь можно найти. Кстати, парням, например, субтильным тоже можно заглянуть в Ивону. Вот эта рубашка стоит 6550 рублей. Здесь есть бомберы для тех, кто бомберы любит, а бомберы актуальны всегда. Бомбер стоит 17950 рублей с драпировкой на рукавах и на спинке. С молниями. Молнии все заклеены, видите, полиэтиленом, чтобы не покоцались. А если открыть, там будут дырочки? А давай посмотрим. Если открыть, то там нет ничего. Это фальшь молнии. Очень много вещей, ассортимент огромный. Мне вот этот бушлатик нравится, укороченный. Ой, а зачем его так закрыли? Вот этот, смотрите. Укороченный бушлат подойдет девчонкам невысокого роста, и высоким подойдет, и курпулентным подойдет, потому что здесь очень правильная, классная длина. Бушлат стоит 23 990 рублей. Состав у него ровно такой же, как у этого пальто. Здесь есть шерсть. Смотрите, какой крутой. Да? Да. Очень такой бушлат-тренч. Угу. Носите с чем хотите. И поверх легкого платья, и с трикотажем, и с джинсами, и даже с чем-то нарядным. Здорово, что он широкий по низу. Он не будет искажать ваши вещи. А те, кто вдохновился коллекцией Prada... Так. Вот, точно, кстати. Берем пиджак или жакет, шорты с высокой посадкой, и надеваем это сверху, и вы просто как будто бы с показа Prada. Да, и вот этот пояс с бахромой стоит 3390 рублей. Это действительно тренд, честно. Ну, вы же меня за честность любите. А вот эти ремешки немного мелкоструйно для меня выглядят. Было бы здорово, если бы здесь была просто одна большая пряжка, как мужского ремня. Можно же перевернуть. Но можно, да, перевернуть задом наперед, и тогда вот этих мелких деталей видно не будет. Ну, в общем, классная да, вещь, особенно для контента, да? Да-да-да, для тех, кто контент пилит, вообще идеально. Ой, смотрите, что здесь есть. Платье, рукав которого стал подолом платья. Это тоже для тех, кто любит креативчик. При этом это, ну, по большому счету, классический силуэт. Просто платье с выточками под грудью. Но вот эта деталь выглядит здорово, смотри. Угу. Ну, я что-то похожее у Ушатава видел. Да. Да? Было такое. А до Ушатава что-то похожее у Лоэва видел. А до этого у Тома Форда я видел. Поэтому все эти идеи, конечно, они от бренда к бренду переходят, но... Ценник? Выглядит мило. 6950. Ну вот, за 6 тысяч рублей подиумную вещь вы покупаете и носите. Саш, давай разберемся вот с этой конструкцией. Давай разберемся скорее. Я думаю, что... Так, смотрите, это рубашка с какой-то деталью в виде... Даже не рукава, я понял. Смотри, это, наверное, надо, знаешь, что сделать? Мне кажется, что этим надо вот так оборачиваться.
и куда-то это потом привязывать. Это вот так, мне кажется, делается. Смотрите, вы при помощи вот этой детали, да, можете приталить рубашку, и вот тут завязочку потом вторую найдете, и все это перевязывается. Если мы найдем фотографию, мы здесь покажем. Да, мы покажем, как это выглядит на модели. То, что вот в распущенном виде... надо было на манекен ее, конечно. Да, как-то это выглядит... странно. Так, здесь брюки в полу. Это даже не брюки, это юбка в мелкую полоску. Смотрите, такая прямая, которая выглядит, как будто бы это брюки. На самом деле это не брюки, это юбка. Вот это мне нравится. И, наверное, фирменная деталь Ювоны. Это вот такие воланчики. И с такими воланами мы уже видели у них трикотажные платья. Вот еще и юбка из эко-кожи здесь есть. И стоит она... И стоит она, кстати, со скидкой 5285 рублей. И платье. Ну вот я вот про это же платье как раз говорил. Симпатичное пальто. Пальто Макси очень актуальны. И если вы ростом ниже, чем мы с Шу, например, 165, ну, да? До 170. До 170, то это пальто будет выглядеть на вас как Макси. Давай Very Saint Laurent. Вот это по длине, кстати, по объемнее. И оно по объемнее. Смотрите, вы можете выбрать более узкий вариант с разрезами по бокам. Давай покажем, вот здесь есть разрезы. Ну, да. Более минималистичный. Да. Либо вот такое пальто достаточно объемное. Это стоит 32 950, а это... 29 950. Да, и важно, нужно отметить, что все это сделано в России. 83% шерсть, полиэфир, вискоза. Здесь тоже 80% шерсти, 12% вискоза и 8% полиэфир. Составы хорошие, на ощупь все это приятно, подкладка тоже не колючая. Вот ставим лайк. Серенький бушлатик. Да, вот да. Как черный бушлат есть серый. Смотрите, ну черный просто супер, если у вас нет кошки или собаки дома. У меня есть, но мне это не мешает черный носить. Просто одеваюсь в последний момент перед выходом из дома. Ой, классное платье. У меня, кстати, такая юбка есть, сидит супер. Жак Мюс немножко, да? Да, да. Платье а-ля Жак Мюс, смотрите. С простым лаконичным верхом, с драпировками, но если вы не успели похудеть к лету, возможно, на вас это будет смотреться нехорошо. Здесь прям нужно, чтобы вы были сухенькая, мне кажется. Нормально, там драпировки все скрывают. В общем, Шу рекомендует, я сомневаюсь, тем более это на очень высокий рост. Мы не посмотрели, сколько стоит это платье а-ля Жак Мюс. 11 950 рублей. Платье а-ля Жак Мюс стоит не как Жак Мюс. Вот главная формула. Здесь, смотри, какое-то лето, мне кажется, начало приходить. Топы конфетки здесь есть. Привет. Очень интересно, как это выглядит на фигуре. Я не видел еще этого топа на модели. Обязательно здесь картинку разместим на экране. Смотри, топ, конфетка. Юбка, конфетка. Да, но вместе нет. Нет, да. По отдельности, возможно, да, надо понять, как это сидит. Но мне нравится, что это очень плотная органза, хорошо держит форму. И я бы отметил, как здесь все обработано. Смотрите, такой американочкой все это обработано, все ровненько. Здесь тоже все ровно, нитки нигде не торчат. Вот такой топ-конфетка стоит, внимание, 7950 рублей. Это юбочки наши любимые. Ой, ну это просто любимейшая вещь в Ювона. Простая юбка, скроенная по косой. Всегда хорошо сидит, есть хорошие размеры. И вот, собственно, по косой, когда юбка скроена, это значит, что попочка точно влезет. Так, что здесь у нас дальше? Трикотажные платья. Легкие такие воздушные юбки на лето уже есть. Покажи. Смотрите. Симпатичная, да? Кстати, да. Такая она классная, рыхленькая, да? Классно, что текстура вот здесь такая, да, есть. Такая рыхленькая юбка. Я понимаю, что вы все подустали от этой юбки в стиле Прада с серым каким-то джемпером, но если вы не именуете себя суперфэшонисткой, то смело продолжайте носить. Вот для вас есть симпатичная юбка, 12 тысяч рублей стоит. Берете какой-то нейтральный трикотаж, серый джемпер или какой-то свитер, в его на все это есть и носите. Смотрите. Ну вот, какой-то серый, да, с грубыми ботиночками или с какими-нибудь этими слингбэками, так называемыми. Хочется чего-нибудь, да, не сопливенького, да? Ну. Хочется чего-нибудь форму держащего. Но юбка прям хороша. Вот если бы у нас был ASMR-шоппинг, то вы бы услышали, как она хрустит сейчас. Слышите, как она хрустит? Вот. Она такая хрустящая. Более-менее, да, держит, вот, да. Вот. Вот. Вот, симпатично. И еще в сочетании с этим свитером и с этой юбкой можно использовать, например, серые сапоги на каблучке с широким голенищем в стиле 70-х, чтобы они внутри юбки ушли. Будет красиво. И пальто серое на плечи набрасываем, да? Ну да, или какие-нибудь серые гольфы, возможно, даже с балетками. Ну это я понимаю, что это в мае мы начнем, тогда уже свитер как будет слишком тепло. А вот сейчас, чтобы на такую погоду переходную, будет неплохо. Сколько свитер стоит, кстати? Так, свитер стоит со скидкой 4450. Супер. Я в***це.
Ты просто сейчас умрешь. Ты видишь? Вижу. А ты знаешь? Я знаю. А что ты знаешь? Что это тренд. Это тренд, это розы. Вы посмотрите эту розу. Она вот здесь просто ты вот так драпируется. Да? Знаете, от чего я в восторге? От того, что российские бренды все-таки экспериментируют и креативят. Не только шьют, не знаю, простое базовое платье, простые базовые брюки и простой нейтральный жакет, что можно найти креатив. Да, это не для всех, да, это достаточно сложная вещь, сложное в исполнении. Но если вы ищете что-то необычное, пожалуйста, можете приобрести в его. Но вот эта блуза из эко-кожи с розой стоит 12 950 рублей, и при правильном стайлинге она может выглядеть очень даже на вас неплохо, но я думаю, здесь нужен рост. А еще у Оленьки в руках мы видим трикотажный топ с объемными розами, он стоит... 5 950. В моднейшем цвете сезона, бургунди, это тоже оттуда же. Классно будет с серым. Интересно, есть ли что-то еще из эко-кожи этого цвета? Сейчас актуальны точно будут юбки-карандаши, вот. Вот в этом цвете. Черная юбка такая же хрустящая, как белая. Здесь есть для тех, кто хочет покупать себе не марку, а более практичную одежду. Трикотаж. Но трикотаж у Ювона всегда представлен достаточно масштабно. И посмотрите, какая интересная здесь деталь на спинке. Видите? Здесь такое продранное сердечко, которое говорит нам «I love you». «I love you, Ювона». Поняли? Вот если вы лондонская хулиганка. А ты лондонская хулиганка? Да. Вот, вот если вы Оленька или вы лондонская хулиганка, или можете приобрести. Или Вивьен. Или любите Вивьен. Жилет 6 950. Юбка, мне нравится, что это на цепочке, можно вообще как аксессуар носить. Юбка стоит 5 950 рублей. Можно вместе, можно по отдельности. Да, супер. Такой подходит. Так. Пальто шикарное у Ювона в этот раз. Мне очень нравится вот это объемное черное пальто. Ой, слегка красиво. Треугольного силуэта с такими эффектными масштабными лацканами. С отсылкой к Сен-Лоран. Стоит это пальто значительно дешевле, чем Сен-Лоран. 32 950 рублей. И мы вам о составе уже говорили. Здесь 80% шерсти. Это важно. Будет тепло. И на ощупь все это очень приятно. А сейчас я хочу показать модный стилистический прием сейчас сезона. Сейчас будет вершить красоту. Давай. Сочетание вот такого кружева и вот таких вот олимпийк. Да, это самая модная фишка в этом сезоне. То есть берете вот такую вот олимпийку Adidas, вниз надеваете кружевную юбку. И ходите. И ходите. И вы просто самый модный человек. Обуваете вы что? Все, что вам в душе угодно. Кроссовки, грубые боты, туфли на Kitten Hill, балетки. Юбка просто топ. Стоит 8950 рублей. Это офигенная юбка. Посмотрите, есть в черном цвете для готов. Есть в белом цвете тоже для готов. Готы белые тоже носят. Можно а вот платье. Это вообще... Да. Ой! Ну-ка, на, держи. Посмотрите, как это выглядит. Это не просто платье-комбинация. Здесь заложены драпировки. Мне нравится вот этот разрез фигурный. Вы только гляньте. Это очень красиво, да? Прям супер. Конечно, проблема со стилизацией. Сюда нужно либо какое-то черное боди, либо какие-то трусы, либо вообще поверх брюк это платье надевать как тунику. Но нужно покреативить. Ну вот под олимпийку надел, и все. Ну тогда платье станет юбкой, вот чтобы платье именно все увидели. Ну, все равно, что сверху, конечно, здесь что-то должно быть в любом случае. Да, сейчас, как бы, знаете, голенькими ходить опасно. 9750 рублей стоит это платье. Это топ, мне очень нравится. Юбка 8950. Я подозреваю, что они обе сегодня уедут ко мне. Да? Да. Супер. Прям вообще. Вот эта кружевная линейка фееричная. Так, мы к трикотажу приблизились. Смотрите, если у вас уже базовое худи есть, то вы можете купить уже не базовое. Посмотрите, что здесь есть в Ювоне. Видали? Видала? Что это? То есть это вот так надевается. Поняла, да. Здесь будут такие разрезы. Либо можно вообще все это спустить вниз, чтобы это вот так висело. Внутри может быть какая-то футболка, топ, майка, алкоголичка. И мне очень нравится вот этот выстиранный эффект. Офигенно смотрится. Прям вообще нахваливаю как свое. 11 550 рублей.
Это красиво. И джоггеры, мне кажется, очень, очень неплохие. Классные треники, да. Смотрите, тоже здесь заниженный ходовой шов. Они на резиночках снизу, на манжетах, но при этом достаточно широкие. Эти супер. И классный футер плотный. Да. Но здесь и спортивной линейки. Вот шу, вот это может сойти за три полоски? Или все-таки Adidas? Ну, вообще Adidas, сейчас? Конечно. Ну, это тоже неплохо. Это если вдруг вы, как и я, работаете на телевидении, вам нельзя брендинг, нельзя три узнаваемые полоски, то есть вот такая альтернатива у Yvonne. Укороченная куртка с капюшоном, к ней есть вот такие широкие брюки с одной полоской. И в черном цвете тоже есть, кстати. Давайте цены посмотрим, сколько стоит вот эта курточка. Ветровка, так сказать, 11 тысяч рублей. И вот эти треники шуршащие стоят 6 950 рублей. Вот этот трейл очень неплох. Пойдемте сюда, здесь есть цвет. Yvonne — это не только черное, белое, красное, это еще и цвет. Вот, пожалуйста, трикотаж здесь разноцветный у нас с вами есть. Розовый плюс оранжевый — красивое сочетание. Вот такой серо-голубой с розовым. Наоборот, инверсия, очень симпатично. Мне вот это по цвету нравится, красиво. Красиво смотрится такой электрик лайм с хаки. И джинсы оттеняют. Это симпатично по цвету. Что еще здесь есть? Вот такие, кстати, бермуды. Смотри, бермуды из эко-кожи с тиснением под змею. Тоже тренд, кстати, бермуды. Да, тренд сезона. Бермуды стоят 8950 рублей, и мы можем их усложнять или упрощать. Вы же помните, да? Вот юбка на супервысокой посадке. Да, ну что-то карго поднадоело. Угу. Хотя накладные карманы до сих пор актуальны. Если себе карго купили, брюки или юбку носите смело. Просто мы чуть подустали от этого. А такая русалка тебе нравится? Очень нравится. Со шлейфом? Да, классно, что он со шлейфом, но на рост невысокий. Если вы ищете себе юбку-русалку в пайетках, это очень хороша. И мне нравится, что она такая твердая, держит форму из вот этих полупрозрачных пайеток. Но вы должны знать, если вы ростом, как Оленька, 170+. 178. 178, на секундочку, то она будет вам коротковата. То есть такая юбка должна быть все-таки в пол. И это, наверное, на рост 168, да? Да, 170. Но юбка неплохая. Сколько она стоит? И очень классно, что есть, кстати, подклад. Yvonne, подумали обо всем. 9950. 9950. И тут тоже есть два варианта, с чем носить такую юбку. Мы либо делаем вечерний образ какой-то, либо, пожалуйста, трикотаж, юбка, светлая обувь на плоском ходу, вот такое пальто объемное на плечи. Вы будете выглядеть супер, особенно на Патриках. Наверняка вас там сфотографируют, интервью вас возьмут, спросят, сколько вы зарабатываете, где вы работаете, являетесь ли вы топ-менеджером, и вы как расскажете вообще, сколько денег вы тратите, а на самом деле всем наврете, потому что в Yvonne можно сэкономить. Ну и, наверное, фаворит среди верхней одежды здесь, в Yvonne, это вот эти укороченные... Ну, я назвал бушлаты. Это, наверное, и бушлат, и тренч одновременно. Очень красиво. И здорово, что есть цветовой выбор. Есть черный, есть серый, есть вот такой цвет хаки. Это очень хорошо. И с джинсами, и не с джинсами. А вот коллекция Олега Горчанина. А, ну это, видимо, остатки сладкие, да, уже? А сколько сейчас это стоит? 27 950. Вот такое платье. Мы вам уже его показывали в таком экспресс-обзоре, когда в Yvonne забегали в прошлом шопинг-влоге. Вот, если вы собираетесь куда-то в свет, и вам нужно поразить всех тем, что вы 3-4 похудели к лету, вот есть такое платье на кольцах из прозрачной сетки вот с бежевым точно похудели, подкладом. Да? То есть здесь только если вы похудели. Ну или если вы Ида Галич. Потому что на Иде это платье сидело очень неплохо. Так, ну вот такой у нас обзор получается. Еще что важно, в Yvonne всегда можно накатить. Это супер. Давайте посмотрим на аксессуары. Здесь можно купить вот такие широкие ремни в клепках. Кстати, широкие ремни – один из трендов сезона. И носить их надо на бедрах. Это еще и в мужском показе Prada. Осень-зима следующего года мы с вами увидели. Такой... Обилие ремней тоже актуально. Прикольный. Этот стоит 3390 рублей. Смотрите. И именно на бедра. На бедра это надеваем.
Я вам так скажу. Если бы я умел водить, на сегодняшний шопинг я бы отправился вот на этом авто. Знакомьтесь, самый модный городской кроссовер Amoda C5 специальной серии Black Diamond. А черный, напомню вам, это любимый цвет модников. Как владелец бренда одежды я хочу отметить, во-первых, авангардный дизайн. Обратите внимание, например, на решетку радиатора Star Diamond, которую дополняют Т-образные дневные ходовые огни. Значит, ваш автомобиль будет и виден, и хорошо узнаваем. Так, надо посидеть внутри, за рулем. Также в числе преимуществ Amoda C5 интеллектуальная система полного привода, пакет ассистентов водителя, они помогут почувствовать себя увереннее новичку, наивысшая оценка безопасности по версии CNCAP и Euro NCAP. 3 года гарантии плюс 4 года дополнительной техподдержки. И все это по цене за 1 999 900 рублей. А еще этот автомобиль может выполнить любой ваш каприз. Сейчас покажу как. Готовы? Привет, Amoda! Чем я могу вам помочь? Открой люк. Хорошо, открываю. Работает, представляете? Привет, Amoda! Я вас слушаю. О, закрой люк. Конечно, закрываю люк. Идеально. Просто супер. Ну и главное, в прошлом году Amoda C5 стал автомобилем года в номинации «Компактные внедорожники» и вошел в топ-5 самых популярных моделей в России. Переходите на сайт www.amoda.ru, заказывайте ваш новый автомобиль или отправляйтесь к ближайшему дилеру Amoda, чтобы протестировать этот моднейший фастбэк-кроссовер. Потому что я не устану повторять, стиль — это не только то, что вы носите, но и все, что вас окружает. И автомобиль – такая же важная часть образа, как сумка или часы. Ну, мне кажется, пора учиться водить. Как перед таким автомобилем устоять? А никто не знает, где здесь ближайшие курсы по вождению? Поищу. И я предлагаю начать делать выводы. Пространство большое, наконец. Удобно. Последний раз, когда мы делали обзор Ювона, мы были в авиапарке, и там маленький магазин, и он черный. И мы постоянно говорили: ребята, вам надо расширяться, нужно больше света. Uh-huh. Вот, пожалуйста, расширились. Света много. Есть все позиции от трикотажа и от повседневной одежды до каких-то сложных, необычных дизайнерских вещей. И самое главное, что я хочу сказать, это реально хороший баланс дизайна, цены и качества. Так что Ювона за коллекцию получает 5. За чистоту в зале получает 5. Меня там, видишь, соблазняют бутылочкой. Нет, не соблазняйте нас бутылочкой. Нет. Нас не купишь алкоголем. Нет. И за обслуживание тоже 5. Никто к нам не лез. А если бы нам понадобилась помощь, наверняка бы помогли. Да? Да. Ну что, Ювона. Ты юбки-то берешь? Да, беру. Вот эти, да? Черное, белое. Сейчас. Так, ладно. Давайте прям на секундочку мы прервемся, сейчас юбочки купим в шоу и продолжим шопинг-влог. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. За Ювону. Шу. Да. Теперь я придумываю, куда мы идем. Мы идем в МААК, потому что я сейчас своим зорким взглядом вижу... А взгляд зорким бывает? Да. Или глаз как зоркий? Как у орла. Или глаз зоркий? Ну, у тебя взгляд и глаз все зоркое. В общем, всем своим зорким вижу, что там что-то новенькое. Давайте посмотрим, что там новенького. Пойдемте. Я вам напоминаю, в МААГе нас боятся. Мы МААГ не боимся, и часто в МААГе вещи покупаем, и к ним более предрасположены в последнее время. Вот такая дубленка из эко всего стоит 9990 рублей. Ну, фасон в целом неплохой. Конечно, хотелось бы, чтобы вот здесь вот меха побольше торчало, да? Вот тут, ну, смотри. В целом, да, я поняла. Нет, симпатично. Вот здесь бы прям вот меха чуть больше дать. Угу. И все, а так, ну, нормальная штучка. Давай проверим, что это за размер. Вот ушу в руках XL. Это реально XL. К тому же еще, если у вас руки длинные, можно вот этот отворот опустить. Будет вообще топ. Отворот-поворот. Отворот-поворот. Мы такой экспресс-обзор сделаем. Вот джинсы какие-то затейливые, смотрите. Вот такие.
с непроваренностью. Кстати, это очень интересно производится. Сначала это было зашито, смотрите, вот так. Джинсы варятся, видите? Вот так зашито, джинсы варятся, а потом распарываются, это чтобы что? Вот здесь, да, вот так было. Представляешь, сколько усилий? Очень много усилий, чтобы произвести просто джинсы. А за какие деньги там усилия такие? Давай узнаем. Узнаем. За 4000 рублей. Джинсы 4000 рублей стоят. Дешевле, чем в Ювоном. А я видела, что подписчики, знаешь, что писали в комментариях? Что мы задолбали говорить вот 3999. А как говорить? Типа надо округлять. В большую сторону? Да. Окей, вот эти прекрасные туфли стоят 140 тысяч рублей. А на самом деле 4999 рублей. Так округлять? 5000 надо говорить, да? Но мы говорим реальную цену, настоящую, которая написана на этикетке. Ну вот они, кто-то кому-то это не нравилось, короче. Пойдем дальше. Рубашка неплохая. Будь здоров. Будь здоров. Если я чихнул, это правда. Рубашка неплохая, это не стиранный деним. И вы должны понимать, если вы вдруг такую купите, она может окрасить вашу одежду. Либо светлую сумку она окрасит. Если вы под дождь попадете, она может окрасить одежду. И если вы внутрь наденете, например, белую майку или футболку, такая рубашка тоже окрасит. Ну, давай. Ну, смотрите, жакет. Мы все время ругали Мак за лацканы. Они стали лучше. Вот так делать вообще супер. Ну, если вот так делать, вообще идеально. Но если так не делать, это уже лучше, чем было. Мак, вы продолжаете совершенствоваться. Это, слышите песню? Это продавцы. Ай-яй-яй-яй-яй, не ругай меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. 7999 рублей, между тем, стоят вот эти ботиночки. О, это классные тапки. Да. 6600. 6599. А из чего все это? Кожа. Нет, это искусственно. 85% кожа. Кожа. То есть вот это натуральная кожа. А вот это мех. А мех, а мех искусственный, да. О, а вот эти классные. Биркинштоки до сих пор актуальны, и если вы биркинштоки носить не хотите и тратить на них деньги не хотите тоже, можете купить вот такие за 4999 рублей в Мааге. Очень неплохие, они прям такие увесистые, они не легкие, очень хорошо сделаны. Смотри, да? Да, симпатичные. Такие тапки деда можно носить с какими-то плотными носками, с колготками, с какими-то легкими воздушными платьями, с джинсами, с трикотажем, ну и так понятно. Или как у Miu Miu стилизовать, у них там тоже какие-то римлянские. Да, кстати, посмотрите на шоу Miu Miu, посмотрите на стайлинг Лотты Волковой, который она сделала для бренда, вот там как раз нечто похожее на ногах у моделей. Но здесь тоска, конечно, какая-то началась. Напоминаю, сейчас февраль, начало февраля. Это вот только-только пошла раскачка нового сезона. Во все магазины привезли базу, что-то максимально простое, что-то максимально нейтральное. Вот мы здесь с вами простое и нейтральное видим. И вот за эти лацканы, конечно, пойдем дальше. Мак ругаем, но не сильно. Я всегда в этом случае смотрю на цену, сколько стоит этот жакет. Сейчас мы узнаем, сколько он стоит, и поймем, насколько эти лацканы плохие. Этот жакет стоит 5999, лацкан на троечку. Кардиганчики. Ну, кстати, какая-то затея, смотрите, здесь есть. Ткань симпатичная. Да, классная ткань с люрексом. И заметьте, это не сшито так, это узор на ткани такой. Выглядит как пэтчворк или как платье Франкенштейна, на самом деле это узор. Но платье неплохое. Достаточно банальное, конечно, простое, супер простой фасон, но это хорошо, да? Да. Прям симпатично. Ничего себе, Мак удивил. Что там? Ну, видишь, состыковали полосочки. Вау! Смотрите, за лацканы ругаем, а вот за это хвалим, видите? Ну вот чуть-чуть. Чуть-чуть съехало, но учитывая тот факт, что эта блуза стоит 2599, или как вы хотите, 2600, это просто уровень люкс. Вы видите, полоска переходит в полоску. Это не так просто сделать. Это как бы надо рассчитать и правильно пришить. Молодцы. Ой, какие смешные. Класс. Обувь Мааге, кстати, неплохая, такая характерная. Не факт, что удобная, но, опять-таки, для контент-креаторов, для людей, которые часто должны менять аксессуары, вот, это выглядит прям супер. А вот эти конфетки вообще топ. Похожи были в Манго, помнишь? Да, красного цвета. Красные. Покупали вообще, как будто на одной и той же фабрике делают. 4599 рублей, стоит в 3 раза дешевле, чем в Манго. Да, там, по-моему, 12, что ли. Или 13. Десятку точно. Да, о, да, да. Смотрите, какие конфеточки вкусненькие. Видите? Прям хочется съесть их, да? Прям вместе сейчас сесть и съесть. А вот это прямо Шанель.
У них были такие. Ой, прикольно. Блестят. Очень красивые, кстати. Видите? Вы вот блеск это, видите? Вот это прям рекомендую. 4999 рублей или 5000 рублей, как вы хотите. Вот. И можно с гипюровыми колготками и с той юбкой из Юона. А вот, смотрите, я обожаю ботфорты. Вот здесь ботфорты из денима. Есть деним, один из трендов сезона. Вот ботфорты, смотрите, минималистичные. Нет ничего лишнего. И стоят они... Стоят они... А, вот цена. Стоят они, кстати, нормально, 7900. Супер. Вообще. Вот тебе Сен-Лоран, вот тебе Дрис Ван Нотен, смотри. О, я рубашку Дрис Ван Нотен, похоже, сейчас купил за 100 тысяч рублей, а здесь вон в Майе за пятеру, небось. Вот, еще деним. Ну, вот смотрите, сравните даже, насколько вот эти выглядят хуже, чем вот те черные. Вон они, да. Смотрите, вот это выглядит дорого. Реально, да? Да, да. Вот эти прям выглядят дорого. Эти выглядят дешево. Во-первых, потому что деним слишком светлый, и сразу вот эти какие-то... Подошва. Да, стразики да, вот да, эти да. уже какие-то не такие. Вот здесь разница в цвете есть. В общем, вот это выглядит дешево, а вот это выглядит дорого. Значит, рекомендуем черные. Угу. И не надо мне говорить спасибо. Просто комментируйте и ставьте лайки. Так, смотрите, здесь прям дизайн есть. Лацканы несовершенные, но не позорные. Вот у этого белого жакета с контрастными черными пуговицами жакет всего 5999 рублей. Не знаю, где вы купите дешевле, это правда. Вот это класс. Очень симпатичный, пижамный, как будто бы костюм. Смотрите, вот я еще раз покажу, вот так даже. Смотрите, какая красивая блуза в маках. Вот такие брючки, тут даже есть пайпинг ровный. Видите, пайпинг, это вот эта оторочка. И внизу на брюках тоже есть. Очень выглядит красиво. Очень неплохо. Да. А, может быть, ткань плотноватая, ну знаете. Зато смотрится принт хорошо. А, брюки стоят всего 2900. А блуза стоит всего 3599. Ну вот, если ты хочешь нет, кстати, вот в этом вот я нет. Говорю, да. Смотрите тоже, сравним. Вот на прозрачной ткани есть узор, и он как будто бы сразу дешеватый. А вот тут из-за того, что есть плотность у ткани, очень забираю красиво. Свои слова обратно, угу. Это выглядит прям неплохо. Ну, платье какой-то мелкий горошек, нормальное. Транссезон банты. Так, хотите транссезон увидеть? Пожалуйста, банты. Если у вас четыре ноги, вам подойдет вот этот набор из рук Оленьки. А это на руки и на ноги. А, на руки и на ноги. И эти туфельки стоят 3999. Реально, я цен ниже не знаю. Смотрите, какой-то здесь есть асимметричный топ. Вот начали появляться вещи, за которые мы когда-то прям очень ценили Зару. За всякие необычные креативные вещички. Вот здесь есть вот такой топ с драпировкой. Уже вижу это в обзоре у Марианны Елисеевой. Марианна, передаю тебе привет. В какой-нибудь исторической реконструкции. Вот это прикольно, вполне себе Баленса. Единственное, что от нее так рябит в глазах. У вас рябит в глазах? У меня просто сейчас глаза сломаются. Да. Да, но выглядит красиво. Да. Вот, смотрите, могу похвалить лацканы. Они здесь с оторочкой и выглядят, ну, вполне себе ничего. Еще и пуговицы здесь золоченые, видите? Давайте оценим, сколько этот жакет стоит. Жакет стоит 6999 рублей или 7000, если хотите. Нормально. Рубашка, смотрите, какая-то хлопковая здесь с черным бантиком да, есть, да? Такая прям миленькая, немножко Гуччи. Вообще ну, замарочка. Гуччи Алессандро Микеле, я имею в виду. А не Сабата де Сарно. В стиле Сабата де Сарно здесь вот эти джинсы. А вот какие, что это такое на платформе стоит тут? Ну, какое-то уродство. Да, давай. Вот это не модно уже, вот эта платформа. Версачи вспомнили. Ну, блин, сколько лет прошло уже. Вот как этот синий жакет здесь есть еще в цвете бордо. В целом неплохой. И есть вот такой светленький для тех, кто все еще хочет образы в стиле old money себе делать. Вот old money, когда у вас no money. А вот всякая повседневность у Мага выходит очень неплохо. Посмотри, какие-то джинсы с накладными карманами, с проваркой вот такой, с деграде. Ты же только что говорил, с карго надоело. Да, я говорю, что у Мага с классикой посложнее, потому что там очень много нюансов. А вот с базовой какой-то повседневкой очень даже неплохо. Куртки неплохие. Трикотаж нормальный. Ну, все базовое прям. Очень все да. базовое. Вот зато есть базовый объемный жакет-пиджак. Лацканы.
Ну, простим, да? Простим такие лацканы. Лацканы такие простим, потому что он... А, нет, уже лацканы такие сложнее простить. Он 8000 рублей стоит. Но мне нравится, что это реально объемный жакет. Что он не делает вид, что он объемный. У меня в руках S-ка. Это S. То есть это реально оверсайз. Угу. Я сегодня как не понимаю, почему у них проблема такая с платьями? Потому что платье никто не умеет придумывать. Проблема с платьями везде. Ты понимаешь, о чем я? Это был такой быстренький обзор Мага. Мы понимаем, что это межсезонье, и мы не ожидали сейчас здесь увидеть кучу креатива, но даже и креативчик увидели. А аксессуары в целом есть неплохие. Угу. Обувь симпатичная, лацканы чуть получше стали. Костюм мне очень понравился. Костюм с маками, да. С маками. Ну, нормально. Я считаю, что за коллекцию в целом можно поставить 4 с плюсом, учитывая тот факт, что это межсезонье, за цены отдельное. Спасибо, цены реально доступны. И чисто убрано, все красиво, все развешено, так что все лучше и лучше с каждым днем. А мы продолжаем? Да, пойдем дальше. Пойдем люксом лечиться. Пойдем. Очень дорогое хочется потрогать. Ну, вообще видно. Можешь пудрить. У меня прыщ на носу вскочил. Возможно, кто-то из продавцов Ювона в меня влюбился. Ай, ну блин. Подожди. А ты снимаешь, Маш? Вот, смотри, все. Что ты? Ты просто ткнул неправильно. Растушевывай теперь. Вот так, чик-чик-чик-чик. Нормально, да? Да. Это Dior вообще-то. Раритет. Давай, пойдем в Твинсет. Так, люксом мы пойдем лечиться в магазин Твинсет. Твинсет обожаю. Не часто мы здесь покупаем вещи, потому что цены достаточно высокие, но заходим сюда регулярно. И в Твинсете, кстати, неоднократно шопились для «Кто круче Рогова». Да. И в Твинсете очень часто рождались гениальные идеи. Пойдемте посмотрим, что там есть. Здрасте. Направо? Давай направо. Ой, какая здесь просто прелесть. Нежность. А, кстати, скажи, пожалуйста, а это вот тот самый... Персиковый пушок? Да, персиковый пушок. Я думаю, нет? Что нет. Это розовый жмых. Это цвет бедра испуганной нимфы. Ну давайте посмотрим. Во-первых, вы посмотрите на это великолепие. Великолепный укороченный жакет из твида в мелких пайетках с красивыми, добротными, брендированными пуговицами. Стоит такой жакет 37 100 рублей. И он хорош. К нему есть брюки. Ну, брюки твидовые, конечно, это достаточно смелое приобретение, потому что понимаете, что они как добавят объема вам. Юбка. Юбка тоже будет выглядеть достаточно монолитно. Но жакет очень неплох. И, как вы понимаете, можно, например, надеть какой-то, кстати, в Ювоне купленной юбкой, скроенной по косой бледно-розовой, и будет такой классический, хороший, беспроигрышный комплект. А можно с теми же самыми джинсами, кстати, тоже из Ювона. Хороший жакет, очень. А что там в перышках такое валентинообразное? Смотрите, немного Валентино. Просто перьев понатыкали, знаешь ли. Ну да, как бы просто взяли перья и просто понатыкали. И вот эти понатыканные перья стоят 30 900 рублей. Неплохой, но куцеватый. Да, да? Мне не нравится V-образный, да, если такой, честно. Перышки, да. Я обожаю, но скорее нет. О, а вот это миленько. Смотрите, еще один вариант видового как будто бы жакета, только это уже трикотаж. Смотрите, как классно все это сделано. Здесь такими мелкими ленточками все это вывязано. Это симпатично, мне такое нравится. Такой парижский шик, будь он неладен. 33 500 рублей стоит эта вещичка. О! Красивая зона, да? А вот здесь тоже какая-то великолепная. О, там блестит переливается. Смотри. Стоп, смотрите, здесь просто кутюр. Вы видели? Смотрите, это юбка-сетка. Покажу. Смотрите, юбка-сетка. Подходите ближе, не бойтесь. И смотрите, здесь вот это пайетки и бисер. И все это вручную пришивается, вы же понимаете? Сашенька, смотри еще, что ой, есть. Ой, как красиво. Вот это супер. Это и вместе супер, и по отдельности. Вот это с чем бы ты стилизовал? Давай, рок-н-ролльчик. Как туда добавляем? Ну, дранины, да. Какой-нибудь, вот. Конечно. Вот это надо носить с драниной. И понятно, черный листик можно вниз. Да, вообще будет бомба. Ой, люблю, когда красивое. 29 900. Почему дорогое всегда сразу красивое? Тоже симпатично. Хотя дорогое не всегда красивое, знаете? На самом деле.
Классно, что здесь брюки клёш. Да, да, да. Классно, что здесь не банальный фасон, что это не просто типа прямые брюки. Чуть-чуть супер. Винтаж, да? Угу. Очень красиво. Красивый костюм. Блуза, смотри, тоже как будто из сундучка бабушкина. Знаешь, как будто это Альбер Эльбас сделал для Бренда Ван Ван. Да, наверное. Да? Я, кстати, знаю одну девушку, она дружила с Альбер Эльбасом, да. Везет тебе. 27 300 стоит этот топ, смотрите. Очень красивый. Я предложил бы сюда прям обилие украшений, как Шу обычно носит, и сердца, и металл. То есть добавить сюда чего-то максимально неподходящего. А помнишь... То есть нам нужно нежность этого топа как будто бы растоптать оземь. Помнишь, культовый лук был у Алессандро Микеле, у Гуччи, с огромными такими рваными джинсами, и была блуза кружевная? Да. Ну вот, собственно говоря, вот такой вот стайлинг. А 40-й размер это какой? 40-й? Это S-ка типа? Я думаю, что это XS, скорее всего. Девочки, а у вас вот, например, самый большой размер? Размер это какой? 50-й, вот. 50-й. Есть даже XXL. И я рекомендую, если вы про моду, вот такой топ на себя, на похудевшую к лету, купить большой. То есть он не должен быть по фигуре. Ну, очень красиво. Ну, вообще, кто скучает по Гуччи Алессандро Микеле, в целом может обратить вот на это все внимание. Да. Нет, я обожаю Твинсет. Твинсет это супер. Так, здесь у нас костюмчики с великолепными лацканами. Давайте посмотрим, но есть нюанс. Смотрите, здесь красивые лацканы, но их здесь лучше сделать сложным, потому что ткань очень рыхлая. Ну, а теперь опускаемся вниз, прям за пальцем, Маш, следи. Что за трэш, да? Ой, да, это что-то, просто... конечно... Ну, вот детализация иногда здесь бывает лишней, но жакет неплохой. Хочется сейчас не он носить, но вообще симпатично это выглядит, да? Видите, такой прозрачный, легкий, воздушный, шифоновый, кружевной топ-бомбер. Красиво. Саш, а тут сейл. Может быть, мы новое посмотрим? Сейл смотреть мы не хотим. Покажу вам вот это платье смешное. Тебе нравится? Платье, да, цвет нет. А там такое вот розовенькое есть. Вот, да, пойдем посмотрим розовенькое. Но вообще... Вот этот зеленый и цвет гуакамоле, чуть-чуть лайм, достаточно модно, актуальный модно, оттенок. Конечно, да. Просто такие оттенки яркие носите с чем-то базово-нейтральным по цвету. Серый, беж, что-то такое. Вот Шанель. Как красиво! Угу. Вот висит на вешалке, наверняка вам кажется, что за скукотища адово. Нельзя не согласиться, но при правильном стайлинге, а стайлинг сейчас это все. Вот сейчас важен даже не дизайн, сейчас важен стайлинг. Вот правильно, если это обыграть, тоже с какими-то украшениями, с клешеными джинсами, такими волочащимися по полу, с грубыми ботинками, с какой-то сумкой плетеной. Супер же будет. Да, либо какие-то короткие шорты, тоже драные. Микро. Высокие казаки. Понимаете? Всем будет супер. Очень хорошо. Мне нравится, что это хлопок. Летом в этом будет комфортно. И стоит этот джемпер 22 200 рублей. Я предупреждал, что здесь не дешево. Ну, это вообще все миленько, как будто бабушка очень связала. Очень хорошо, да. Но вот это просто красотища, да, смотрите. Угу. Да? Прям... Тоже с джинсами. Очень хорошо. Главное в классику не уводить. Вот. Да. Главное правило – не уводим в классику. Но никто вам не мешает увести это в классику. Конечно, здесь можно представить укороченные черные брючки, слингбеки, шелковый топ с лентой. Это тоже будет красиво. Но если мы говорим про молодежную моду, сюда опять-таки рванину, дранину, джинсы или какое-то платье в мелкий цветочек такой, знаете, прям чайное. Вот все должно быть не в попад. Еще что-нибудь повесить сюда, тряпки, какие-то волосы в косички заплести. Прям останови меня, пожалуйста, либо уже. Это хорошо. Парижский шик, там кики-джинс, корзиночку плетеную. Да. А берет нужен кожаный? А это обязательно, да. Красный желательно. 39 800 стоит этот жакет. Очень хорош. А вот тоже, смотри, красиво на самом деле. Ну, тоже вот кажется банальщина. Пододевалка адово, правда. Ну, пододевалку убираем, лифчик кружевной добавляем, и все. Вот это просто надо убрать. При этом, на самом деле, эта пододевалка в других луках вам пригодится. То есть она, в принципе, хороша. Здорово, что она тут есть. Ну, вот без нее. Супер, да? Да. Вообще великолепно. Еще поверх такого сейчас носят фанатские футболки растянутые. А, ну даже вот просто как пример. Берем джинсы и вот такую гипюровую кофточку. Великолепно. Идем дальше. Ну вот это, наверное, нет. Вот смотрите, вот почему это мне не нравится, нет. Например, этот жилет. Потому что зачем к этому жилету пришили эти кружевные рукава? Вообще вот такое кружево дешево выглядит. Мы даже сейчас в Юоне сравнивали с тобой. Вот это вот плотное. Просто из него очень сложно сделать красивую вещь. Ну, как бы... Нет, это... Ну вот, просто чтобы вы не думали, что мы пришли песни петь. Ну вот прям вот это нет. Вот это нет.
Но кому-то это да. Но вот это тоже нет. И вот это нет. Ну, понимаете? А вот это? Не знаю. Какой-то смешной пушистик, не могу понять, вообще мне он нравится или нет. Скорее нет. Мне знаете, что нравится? Мне нравится, что это вот такие вот прям мелкие черви. Посмотри. Это прям такие мелкие-мелкие черви. Что-то в этом есть. Причем они не полоской пришиты, они как-то, видишь, прям из ткани идут. То есть что-то в этом есть. Не понимаю. Но представь там условную Лену Перминову. Ну, я бы, наверное, единственное, что это платье брала побольше. Тогда, возможно, чтобы это модно будет выглядеть. Было, да? Да, если в оптигон, мне кажется, это будет колхозно. А вот если висеть, то, наверное, будет супер. Ну, а с другой стороны, согласитесь, что плохого в колхозе, да? Что плохого в коллективном хозяйстве? 36 тысяч рублей стоит это платье. Вот, может быть, даже на что-то тоже, на какую-то футболку фанатскую сверху. Короче, и вот я не определился, хочется, да, нравится мне это платье или нет. Но вот юбка пушистик и нравится. И не с лодочками. Вот юбка пушистик висит, вот, пожалуй, в том цвете самая универсальная вещь. А вот еще красиво. Это Final Sale, правда? Плюшевый такой жакет объемный, к нему есть плюшевые брюки. Вот это мне нравится. В общем, сейчас проблема найти массивные серьги. Понятно, все идем в Poison Drop, но как бы не Poison Drop'ом единым. И вот здесь, знаете, какие украшения часто продаются в стиле Lanvin времен Альбера Эльбаза? А покажите, например, вот эти кресты. У вас еще какие-то были классные такие серьги? Вот смотрите, какие красивые. Вообще на Gucci даже похоже. Вот это супер. Я, правда, не фанат вот этого синего, но в целом такие серьги днем с огнем не сыщешь. Сколько стоят они? 13 700. И вот такие еще есть тоже прям очень Альбер Эльбас. Да. Но как будто бы хочется, чтобы они были не одинаковые. То есть можно да, надеть, да. Одна вот такая, а вторая, ну, условно, какая-нибудь маленькая. Да просто да? Кристаллик какой-нибудь. Да, просто кристальчик. Вот я бы с подружкой вместе покупала эти серьги. Одна одну сережку забирает, другая другую, и потом еще маленький кристальчик. Выгодно. Очень черные есть. Ну вот это что-то... Ну хотя вот дайте посмотрим, вот, насколько это трэшово. Мне кажется, что это может быть прикольно. Но вообще, короче, это трэш, но при правильном использовании это можно, давай покажем, Маша, это можно интересно обыграть. Мне как будто бы перьев многовато, я, может быть, даже одно, может быть, перо убрал бы, или бы хочется одно выше переколоть, но месиво, если из украшений сделать, то будет классно. Ну, я бы такое носила. Да, и это стоит 21 800 рублей. Ну, нормально, на самом деле. Ну что, я предлагаю делать выводы. Мы с вами сегодня побывали еще и в Твинсете, так сказать, полечились люксом. Очень много классных позиций. Самое главное, помните, нужно уметь грамотно вещи стилизовать. Поэтому напоминаю, подписывайтесь на нас в ТГ. Мы там много интересных фишек показываем и о них рассказываем. А сейчас делаем выводы. Твинсету за коллекцию мы поставим, 5. Пожалуй, 5. Но есть небольшой неуд за поведение дизайнеров, которые вот там вот те вещички на той стоечке сделали. За чистоту в зале 5. За теплый прием 5 и вообще за существование в этом модном мире, за то, что от нас не ушли, не бросили нас одних-одинешенек здесь, тоже 5 ставим. Да, очень красивый бренд со своей эстетикой. Это да, важно, очень важно, что у Твинсета есть эстетика своя. Но согласись, что вот мы иногда, например, знаем человека и думаем, вот пойдем мы да, на него в Твинсет. Это важно. Да. А мы для вас пойти готовы в любой магазин. Пишите в комментариях, куда нам отправиться. Это был шоппинг-влог с Сашенькой Роем, Оленькой Шу. До встречи в эфире совершенно разных площадок. Увидимся на Первом, увидимся на СТС, увидимся на Ютубе, увидимся в ТГ. В общем, везде увидимся. Пока. В Ювону пойдем, да? Пойдем в Ювону, выпьем.